такая злая, что просто ужас. То он мне говорит: на БМВ, не трогай БМВ, пусть стоит всю зиму. Сейчас я ему написала, что аккумулятор сдох. Ой, ну мне же некогда ездить на БМВ. Это ж ты должна следить. Так ты ж мне говорил, чтоб я на нем не ездила. Я тебя послушала как специалиста. Какого хрена? Вот, на Ниссане тоже постоянно колеса спускают. Я уже ездила в магазин фактически на голой шине. И даже не заметила. А мне муж говорит: ты что, посмотреть не могла? У меня, во-первых, привычки такой еще нет. Каждый раз смотреть, заглядывать под колеса. Вот, видимо, придется такую привычку заиметь. И вся на нервах, я вообще не знаю. Вот опять светится, вот. Вот. Вот какого черта оно светится? Если мой муж 2 дня назад клеил колесо здесь. Вот так вот. Все. Доехала. Уже богня. Машинка домой довезла. Чтоб без приключений. Ну все. Будьте внимательны. Все, наконец-то улыбнусь уже дома. Что еще хочу добавить? Значит, 3 машины у нас. Одна, вот этот вот Nissan. Это старенькая машина бывшей жены моего мужа. Dodge Caravan, это тот, на котором он делает Uber. Не знаю, как поставить, чтобы свет хоть немножко был. И для меня вот купили в прошлом году BMW. Кабриолет. И понятно, что все машины записаны на мужа, потому что он сказал, что так меньше страховка будет. Потому что если на меня, допустим, записывать какую-то из машин, будет высокая страховка. И по сути, конечно, я должна его спрашивать. Официально машины вообще на нем. Я не думаю, что если, не дай бог, какой-то развод или что, он бы бился за БМВ. То есть он порядочный человек и как бы вменяемый, но это раздражает. То есть я должна его спрашивать, машины на нем. Я вообще в этом нифига не понимаю. Кайфа ездить я не получаю. Постоянно какой-то стресс. Блин, сижу и ною, правда? Ну, такие вещи, как бы, то одно, то другое, вот такой месяц. То мы едем на Флориду, то уже не едем, то машины ломаются одна за одной, то он не работает, то он себе расслабляется, то налоги не за что платить. Плевать, лишь бы все здоровы были, правда? Какая-то такая полоса дебильная. Ничего, главное, что я дома. Все будет окей. Сегодня 13 число. Я думаю, почему у меня такой день хреновый. Сегодня 13 число. А завтра какое число, знаешь? Завтра 14. А что за праздник завтра? Ты мне объясни. День святого Валентинчика завтра, маме. Я тебе купил цветочки, что, тортик. Ну, поздравляю тебя с днем всех влюбленных. Я ж тебя люблю-люблю. Так. Цветочки, тортик и шампанское на день святого Валентина. От любящего мужа Валентина. Ой, Владимира. Все, маме, поздравляю. Ты бы лучше мне машины проверил. Блин, 2 машины ездить не на чем. У меня руки трясутся, пока я доехала. Я тебе купил вон. Пошел муж машину проверять. 3 машины поломалось за месяц. Это, конечно, нечто. Это нужно еще постараться. Света, ну? Иди сюда. И что там было? Ничего там не было. Иди сюда. Иду. Что с машиной?
Это что, не заводится? Она не заводилась и писала, вот здесь вот на панели было брейк-аккумулятор. Это не брейк-аккумулятор, это ручной тормоз. Вот он светится, брейк, ручной тормоз. Видишь, написано брейк, вот написано брейк. Он должен вверх быть или вниз? Он должен быть вниз, тогда он не светится. Он был вниз и не заводился. А сейчас она почему завелась? Я не знаю. Тут было, а тут ты заводил машину, написано было батарея? Брейк-батарея. Ничего не написано. Я, когда машину заводила, написано было брейк-батарея, и батарея была нарисована. Вот здесь вот на панели. Ты что, думаешь, хорошо, я придуриваюсь, что ли? Ты оставила вот так вот свет этот, который, наверное. Его надо выключать вот так, в ноль ставить себе. Ага, это значит, последний раз ты ездил в Вашингтон на этой машине, дорогой мой. Я не помню. Я помню, ездил. Потому что я делала зеркала под себя, подстраивала. Короче, все работает, видишь? Ну, попробуй отъедь. Да, давай отъедь. Слава богу. Хоть не придется аккумулятор менять. Ну, окей. Это он ездил в Вашингтон последний раз на машине. И говорит, что или свет там забыли, выключили, но она бы пикала. Вот. А сегодня я подстраивала зеркала под себя. Не пойму, почему мне писала брейк-батарея. Ну, будем надеяться. Что там написано? Заработало что? Вот так было у тебя написано? Желтым battery discharge. Да, и она не включалась. Ну, сейчас заводится. А что это написано? Ну, переведи, что такое, сфотографируй и переведи. Так ты же знаешь английский. Чардж это заряжено, батарея чуть-чуть разряжена. Надо, пусть поработает 15 минут. Ну вот, поэтому я не могла завести. Ну, потому что свет, наверное, был включен в ночное время. Вова, последний ты света, ездил уйди. На машине. Дай, не, нечего мне тут уйди, дай, не уйди. Выйти из машины. Не закрывай, я буду выходить, но... А что ты орешь? Я не буду сидеть ни 15 минут. Хочешь сидеть? Ты ездил на машине последней? Куда я ездил? В Вашингтон, я тебе объяснила. Я не разговаривал так со мной. Я тебя возил. Нет, это ты на меня кричишь. Ты меня возил. Все, разобрались. Батарея была разряжена. Моего мужа милая привычка есть с больной головы на здоровую. Все. Он ездил последний. Вашингтон, возможно, он как-то свет неправильно выключил. Он мне сказал на BMW зимой не ездить, батарея разряженная. Вот стоит, греет батарею, греет машину, чтобы зарядить аккумулятор. Вот и причина. Еще и меня делает виноватой. Правильно, он мужик, ему не нравится свои ошибки признавать. Но мы что? Мы девочки. Я в этом не разбираюсь. Выяснили, наконец-то. Зато он мне дарит вот такие вот цветочки. Каждый раз регулярно. Чем не лучший муж? Никогда не забывает ни один праздник. Умница. Сидит, заряжает аккумулятор. Мне так смешно. Сиди, сиди. Так, ну что, проконтролировать тоже невозможно все. У него в голове были налоги, переезд во Флориду, а машины не проверил. Ну ничего страшного, все будет хорошо, все восстановится. У меня самый лучший муж. Так, всех с наступающим Днем Валентина, любви, счастья, здоровья. Подписывайтесь на наш семейный канал. С любовью, ваша Света, США. Я хочу тебя поснимать. Сейчас справка, да? Как ты посуду моешь. Муж сказал... Иди отсюда. Муж сказал, что я много воды использую. Конечно, используешь много воды. Я вообще согласна с этим процессом. Муж теперь сказал, что я могу все это накапливать целый день. Будешь ли ты согласен с этим процессом?
Ну, если тут будет завалена гора, будет. Будет лежать в твоей кровати потом. Будет. Ну а что делать? У нас и на бусика идет несколько тарелочек и подогреть, переложить. Вилочка. Иди тарелочка. Вилочка перемешать. Сама в тарелочку превратишься. Мы тебя любим. Папе, мы тебя сильно любим, правда, Буся? Я твоя собака палку. Не, мы тебя все, сильно... Все, валите отсюда. Все, мы свалили. Вот и валите. Мы тебе не мешаем. Мешай. Я вообще согласна. Я согласна. Посуду мыть ненавижу, если честно. Валите отсюда, рассказано. Все, мы сваливаем. Ты еще должен порезать мясо свое. Это без тебя сделаю. Окей. Жизнь удалась. Пиндуйся отсюда, мадам Козликова.